Всем привет! Меня зовут Жанна, рада видеть вас на своем канале. Благодарю за лайки, подписки и комментарии. Вот только совсем недавно я для вас записала видеообзор винтажных миниатюрок ароматов из Франции, из Прованса. Кто, кстати, не смотрел, обязательно смотрите, они у меня на канале. И вот сегодня уже новая посылка из Франции, курьер принес прям домой, шла она всего лишь неделю, я даже не ожидала, что она так быстро придет. В общем, сюрприз за сюрпризом, будем вместе ее распаковывать. Муж уже аккуратно ее отрезал, разрезал коробочку, да, ну а дальше уже доверил ее мне на растерзание, и мы сейчас вместе с вами все посмотрим. Это тоже... винтажные ароматы, миниатюрки. Есть, правда, и полноразмерные версии. Ну, сейчас будем вместе с вами все смотреть. Всегда Наташа все хорошо упаковывает, чтобы ничего не разлилось, не дай бог. Поэтому все приходит всегда просто прекрасно. В этом я уверена на 100%. Все контактные данные Наташи я оставила под видео. Добавляйтесь к ней на страничку в Инстаграм. Ой-ой-ой, вот такой подарок всегда. Так приятно получить открытку из Прованса. А вот так вот и веточку. Открыточка. Жанна, дорогая, благодарю вас за очередную покупку. Очень надеюсь, что распаковка этой посылки подарит вам весеннее настроение и огромное количество положительных эмоций. С уважением, Наталья, Франция, Прованс. И, как всегда, лаванда, веточки лаванды. У меня уже собирается целый букетик вот такой лавандовый. Я с удовольствием его пополню. Спасибо огромное, Наташа. Очень-очень приятно. Так, ну а теперь я беру ножницы, потому что все остальное, видите, как упаковано надежно. И будем приступать, смотреть, что же там есть. Так. Что я заказывала? Заказывала я Шанель. Шанель номер 5. И Шанель Коко. И Ерлена Мгновение. Ой, много всего. И Лолита Олимпико. И вот первое, что мы с вами видим. Коробочка Ерлен. И Сальвадор Дали. Так, ну что ж, давайте начнем с Ерлен. Ленстан. Мгновение. Ох, на каком троне стоит парфюмчик. Так, давайте его посмотрим. Вот. Вот такой. Лентарди. Прелесть. Так. Сальвадор Дали. Парфюм так и называется. Сальвадор Дали. И марка. Сальвадор Дали. Ох. Ох, какая красота. Ох, какая красота. Такой флакончик. Сейчас я его выну. О, такой красавец. Такой красавец. Сальвадор Дали. Так. Ну что ж, идем дальше. Вот они замечательные, вот они шанельки. Шанель Коко, я ее вижу отсюда. Так, знаете, сердце тук-тук-тук-тук. Такое волнение радостное. Наташа, наша фея, парфюмерная фея, которая воплощает мечты всех парфолюбителей всего мира. Это несравненное удовольствие видеть. Ой, и Шанель номер 5. Легендарный аромат. Аромат легенда, аромат шедевр. Непревзойденный. Шанель номер 5.
У меня начинают дрожать руки. Ой, ребята, это такой восторг, это такое чувство. Такой красивый, такой вот красивый флакончик. Шанель номер 5. Девочки, он пахнет, он отсюда пахнет. Невероятно, просто, просто божественный аромат. И Коко в парфюмерной воде. Вот Шанель. Вот такая миниатюрочка. Вот такая красавица. Шанель Коко. Так, а мы идем дальше. А мы идем дальше. Что здесь, не знаю, не знаю, не знаю. Сейчас будем вместе с вами смотреть, что это такое, такое интересное. Так. Ой, девочки, я знаю, что это. Я заказывала парфюм, пробничек. Миниатюрочку Лолит Олимпики. Наташа мне написала, что оказалось не было именно в 5 миллилитров, и она мне положила вместо того парфюма. Девочки, просто восторг. Спасибо, Наташа, огромное. Спасибо за исполнение мечтаний. Это вообще просто, просто шедевр. Лолит Олимпика, классическая версия. Это тридцаточка, остаток во флаконе. Я тебя благодарю от всего сердца. Очень-очень тронута. Спасибо, дорогая. Это просто шедевр в моей коллекции. Боже мой, как это приятно. Нереально приятно. Так, смотрим дальше. Что же это такое интересное, приинтересное? Такое желтенькое. Что же я заказывала? Дай бог памяти. А, это не наречие. Это, кто уже догадался, ветер перемен. Ой, ой, какой же красавец. Какой же флакон красавец. Достаем, девочки. Ой, а, ох. Извините. Нет, я достаю его правильно, все правильно. Какое чудо. Голубь. Красивый. Ветер времени. Кажется, так, да? Le du temps. Интересно. Я только знакомлюсь с винтажом, поэтому мне все так интересно, все такое новое. Так, смотрим дальше. Здесь флакончики я уже узнала. Это Маруся от Славы Зайцева. Мне очень было интересно посмотреть, познакомиться с этим ароматом. Вот так она выглядит, такая Маруся. Маруся, Слава Зайцев. У меня, кстати, есть парфюм от Валентина Юдашкина, кутюрье от Алены Ахмадулиной, и от Славы Зайцева займет достойное место в моей коллекции. Я знаю, что она пахнет советской парикмахерской. Мне это все нравится. Прям очень-очень хочу познакомиться. Я думаю, с большим наслаждением познакомлюсь. Так, это современная версия. Мы ей закончим видео, пускай она стоит. А мы продолжим дальше смотреть винтаж. Не знаю, что здесь.
Будем распаковывать, будем смотреть. Так интересно. Так интересно. Так. Девочки, я так понимаю, что это, наверное, подарочки. Наташа всегда нас балует парфюмами, чтобы мы могли знакомиться, для себя открывать новое. Да? Это... Ой, ой, какая красота. Такой флакончик. Мне неизвестный. Я обязательно с ним познакомлюсь. Что это вот за марка? Вот такой вот красивый. Замечательно. Спасибо огромное. Открывает Наташа мне новые такие грани. И вот такой вот парфюмчик тоже мне незнакомый. Буду знакомиться. Спасибо огромное. Это очень-очень приятно. Так. И последний. Вот такой вот набор, парфюмерный набор. Это от бренда Estée Lauder. Набор лучших ароматов. Ну, Estée Lauder, кто уже меня смотрит, меня знает, что это моя любимая марка. Это мой первый аромат был вот такой. Да, Estée Lauder парфюм. Estée в духах. Такая ценность у меня. У меня от Наташи вот такое Estée в современной версии. Тоже прекрасный. Прекрасный аромат. И решила я выписать все ароматы, ну, самые нашумевшие этого бренда, чтобы тоже они были в моей коллекции. Потому что любая коллекция без такой великой марки, как Estée Lauder, будет неполная. О, какой красивый набор. Так. Ох. Ох. Это целое богатство. Такой замечательный набор. Это новинг, да, знания. Белый лен. Частная коллекция. Нет, это очарованный, прошу прощения, очарованный. Есть такой аромат. Да, вот это, наверное, частная коллекция. Это аромат Beautiful. И вот этот самый первый, роса юности. Нереально, нереально крутой, крутой набор. Очень-очень рекомендую всем. Но обязательно я познакомлюсь с ароматами, дам им время отдохнуть, протестирую их. И обязательно подготовлю обзор. Обзор всех ароматов, полученных от Наташи. Ну и наша. Так. Ставлю. Последний аромат, он тоже Estée Lauder. Я решила начать знакомство с этим парфюмом сразу с современной версии. Знаю по отзывам блогеров, что она прекрасна, что она нереально красивая по аромату. Эта версия. Кстати, кто уже пробовал, расскажите, если кто знает. Это... Вот такой вот красивейший флакончик парфюма Intuition. Intuition. Вот такая красота. Ну что ж, теперь в моей коллекции они двое. Это будет просто парфюмерное наслаждение. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пользуйтесь ароматами с удовольствием. Пусть ароматы добавляют счастья в вашу жизнь.